Так, борьба с рабством. Петрович, вреден ли выход из 7-дневного голода для поджелудочной на фруктах и соках? У меня на втором дне выхода после употребления вышеперечисленного появились неприятные ощущения в левом боку. Некоторые говорят, что фрукты очень вредны для поджелудочной. Нужен ваш совет. Вы знаете, может такое быть, потому что в первую очередь сейчас и зима, и не сезон ни фруктов, не сезон, как бы сказать, вот этих вот фруктовых соков. Вот другое дело с корнеплодов бы еще. То есть вот эти вот именно фруктовые соки, они могут в зависимости от человека, от его наработок, его состояния здоровья, как-то ее перестимулировать или что-то там сделать. Поэтому вот лучше выходить на кисломолочном. Каждый человек вообще для себя устанавливает, на чем там ему выходить, он так проверяет. Вот, и кисломолочные, там, кашки, вот такое, знаете, нейтральное, чтобы не было вот этих кислот. Потому что, говорю, вот эти фруктовые кислоты, они не просто на эмаль зубов действуют, но они еще действуют и вот, как бы сказать, на внутренние органы там их, то ли стимулировать чрезмерно, то ли еще как-то, но не без того, что они действуют. Поэтому все может быть на фруктах и соках. Особенно если в соке вот имеют кислинку. Вот это вот надо особо остерегаться.